Всем привет. Очень интересная и хорошая посылка. С очень быстрой доставкой. Довольно-таки интересное должно быть содержание. Да. Здесь у нас есть визитка, диапазон какой-то. Ну, в общем, все будем проверять. Фирменный. Очень хороший чехольчик. Он такой прям толстенький, двухслойный. Ну, что же тут внутри? Прямой переходник. Крепеж. Еще один крепеж. Силикагель. Шумозащита здесь из поролонки. Сейчас посмотрим. Пластиковый капсуль. Ну, походу заплавленный, не разборной. Ладно. Ветрозащиту оденем на место. Ну, теперь по поводу крепежа. Крепиться он должен вот здесь. На специальном месте. Так. Крепеж такой довольно-таки сильный. Вроде бы как железо, но здесь крепление пластиковое. Этот переходник нужен будет для камер, для телефонов. Он не подходит. Подходит только лишь для камер, фотоаппаратов. Попробуем, как он пишет. Для того, чтобы использовать... Так, для того, чтобы его использовать, нам понадобится диктофон. Так. О, разблокировали. И ищем диктофон. Так. Диктофон. Включаем. И у нас отображается как гарнитура. Вот. Раз, раз, раз. Один, два, три, четыре, пять. Раз, 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 раз. То есть даже по этой диаграмме видно, какой у нас диапазон. Раз, раз, раз. Один, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. И насколько слабее будет без микрофона. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, 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 раз. Так что одобряем. Должно быть очень хорошая штука. В принципе, удобно то, что мягкий кабель на петлице, она не сильно большая, и удобно то, что очень-очень хорошо воспроизводит запись, вернее, снимает звуковой сигнал. В общем, как-то так. В общем, что я хочу сказать. Подключил я его сейчас к своей камере. Ну и звук по сравнению с тем, что был,
можете сами слышать. До этого была запись на два встроенных микрофона в камеру. Теперь же запись идет через адаптер на петличку. Вернее, с петлички на адаптер, ну и на камеру. В общем, решайте сами, если вам понравилось и вы захотели такой петличный микрофон себе взять. Ссылка будет в описании.